чтобы посмотреть назад, оглянуться на пройденный путь. В жизни существует множество мест, куда неимоверно хочется вернуться. Воспоминания из детства, счастливые моменты с друзьями, минуты преодоления себя. К сожалению, все это прошло, и не вернуться туда уже никогда. Единственное, что ты можешь, прокручивать эти события у себя в голове, пытаясь пережить их заново. А стрелки часов продолжают свой путь. И вот ты видишь маленький мир твоих воспоминаний. И ты бежишь, задыхаясь, пытаясь ухватиться за каждый момент. Не успеваешь, и все, что тебе остается, просто наслаждаться настоящим. Хотя иногда это очень хотелось бы сделать.
Эй, парень. Что такое? Слушай, а ты случайно не учился в ФМШ? Ну, знаешь, мне кажется, по мне видно, что я учился в ФМШ. Нет, я просто уточню. Хорошо. Я тебя где-то видел. Какого ты года выпуска? Ну, как говорил один великий философ, самого свежего. 2018-го. Да-да-да. Ну, так я тоже, зеленый. Ну, вообще-то теперь я взял другое имя. Я Лео. А тебя все еще Фрол, да, зовут? Ой, ты помнишь, как мило. Слушай, а у тебя воспитательница кто была? Слушай, вроде ее звали Елена Михайловна. Да, Елена Михайловна. А у меня Елена Александровна. Вот недавно размышлял. Слушай, как же они нас терпели, сколько всего мы творили, просто ужас. Пожалуй, это самые терпеливые люди, и как же мы им благодарны, согласись? Да, это правда. Thank you.
слушай, я у тебя вот спросить все хотел. Подожди. Тут это... Сейчас услышишь. Сейчас. Короче, мама звонит. Привет, мам. Ну, привет. Ну, в смысле, да, я покушал. Фрол такое не ест. Ну да, и что? Ну понял, хорошо. Да, все, люблю, пока. Так я продолжу. Подожди! Мама опять звонит. Мам, да, хорошо, все. Да, Фрола покормлю. Ну да, хорошо. Ну там кто худенький. Все, давай, до встречи. Что такое, Фрол? Тебя покормить, что ли? Ну, я и не против. Так я что спросить хотел. Вот ты когда-нибудь задумывался о роли родителей в нашей жизни? Ну да, задумывался. Как раз пойдем к маме, она меня на тебя и покормит, да и меня покормит. Давай, ну пойдем. Просто верили и любили, продолжали.
Фро, я тут в вагоне ресторана. Сад стыла. Нам на 3 дня точно хватит. Я сладкий чай. А ты кто такой? Ну, привет, Чикуля. А, Леня, ясно, понятно. В смысле, Леня, просто. Мы тут сидим, вспоминаем, как у нас в Умыша было классно. Все-таки здорово, что мы все там учились, правда? Круто, классно. А, нет, круто, день. Я тут что недавно? Короче, мне препод скинул видосик с выпускного. Хотите позыкать, нет? Давай. Телеграм скинули, прикиньте. Ты что, мешаешь, что ли? Его заблокировали, так? Ой, да что ты там гонишь? Давай смотреть. Ну, сейчас смотрим, ладно. И все по порядку, но вот годы промчались.
плечами и стали лучше. Мы усердно трудились и учились без сна. И ночной лаз ловил, мы просыпались с утра. Будьте в жизни, вы знания применяйте. Будущее нашей страны, вы цель не потеряйте. О, выпускник, вы шанс уникальный. Поступай в МГУ, ответ наш посреди аллы. Так и станет, мечты все воплощать. Ребят, все, я к маме пошел. Она, кстати, как раз звонит. Сейчас будет. Подожди. Да, мам. Да. А, все, мы покушали, да. Ну, сейчас я приду, поговорю. Да, все, пока. Какой Лёня все-таки молодец. Красава, парень. Слушай, а я ведь даже отцу не написал, что домой еду. Надо бы что-нибудь ему написать, а то Лёня вон какой молодец. С мамой постоянно говорит. А мы что, с нашими родителями забыли про них совсем? А ты представляешь? А еще папа есть. Вот представь, мы с ним видим пап таких сдержанных, серьезных. Угу. А они волнуются не меньше наших мам. Красава, мужики, короче. Когда выпущусь из школы, тем же стану я.
школы, кем же стану я? Ученым стану я. Что за критик? Что за взрыв? А эти орети? Кто это? Машинистом стану я! Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, я не массажист! Я буду таким же смелым, жизнерадостным, веселым и активным. Я буду поддерживать своих детей в любую минуту и смешить их не смешими шутками, когда понадобится. Когда же станет совсем плохо, буду самым строгим мужчиной на планете. Поэтому, дорогие наши папы, мы вас очень любим и очень хотим стать такими же, как вы. По 50, не больше. Так, иначе сделаешь, убью. Все, до связи. Дашка, Михеева, это ты что ли? Опять кому-то что-то втюхиваешь. В Орифлейме работаешь, небось, да? Все такая же, не меняешься, карьеристка. Здравствуйте, Никит, это так важно сейчас? Бабло сейчас ничего не решает. Но она имела в виду, что как же другие ценности? Семья, дети, любовь. А зачем? Это же невыгодный проект. Что? Что? Ну я не буду это слушать, ты совсем бесчувственная, тупая. Нет, нет, Даш, подожди. Я с тобой как бы спорить не буду и не буду тебе что-то доказывать. Я знаю твои 96 баллов по русскому, аргументов у тебя завались. Поэтому давай так, я просто расскажу тебе одну историю, и ты сама все поймешь. Договорились? Так, слушай, я вообще-то очень занята, но... Ладно, у тебя 30 секунд, попробуй меня хорошо переубедить. Давай, давай. Пару секунд, любые тратят игралы. Он похож на Анджея? Нет, на его песни. Про него знает.
несовместимы. И он ушел, чтобы здесь забыться. Забить на все, он заказал себе большую пиццу. Она пошла к нему в блок, но было поздно уже. Его сосед сказал, что тот пошел писать ПСЖ. Она бежала за ним, чтобы начать все сначала. Не смогла ему найти, если скоро убегала. И вот такая надежда угасла, вроде бы она услышала знакомую рассказ мелодии. Сказать в завершении. Будем больше никаких ограничений. Любовь в душе, которая связала вас вместе навсегда, и смыслом жизни стала. Мы знаем, вы были совсем чужие люди, но здесь нашлись и стали дороги. Владивосток прибывает на станцию Сосново-Озерская. Проиграл. Наверное, у вас возник немой вопрос. Конечно, он не мой. Он же ваш. Кто мы такие? Это Денис. И он самый активный парень в своем классе. Однажды он погнался за мышью, но там медленно соскользал со стола. Денис, я ее поймал. Спасибо, Дима. Дима, тебя объявить? Можно. Это Дима. И он умеет показывать смешные рожицы. Дима, покажи. Вот смешная рожица. Вон еще одна. А это прям вообще смешная рожица. Дима. Что? К чему картинка юрты? К миниатюре объяви. Гигант в юрте. Завязывай. Шнурки от мальчика. Дима, я забыл слова. Ужас. Надеюсь, это никто не заметил. Вспомнил. Однажды в далеком детстве. Тебе только 17 лет. Ну да, да.
В общем, вчера я играл с другом в шахматы. Долго играл. И он поставил мне мат. И ты проиграл? Нет. Попробил мне КМС. Все, можешь идти. Мало кому известно, но Денис глух на ухо. Ты дурак. Точнее, Дима, я глухой на левое ухо. Я знаю. Дима, а у тебя есть девушка? Видимо, тоже нет. Денис, а у тебя есть друг? Стой, я понял. To London, to Brazil.
sail to Quebec like the whole damn world to Quebec to Bird. Tell them, hey, baby, slow down. You represent, come to your town. Tell them, hey, baby, slow down. What you represent, come to your town. Say, get in with the business, I'm gonna be there in a minute. I just booked a private ticket, thinking I should need a visit. I'm gonna run it to the limit, and me, I'm gonna win a business. LA got the people saying, почему я одна год? Почему я одна год?
пошутили, но не плачь. Одногодки вообще-то ничем и не отличаются от остальных. Да, конечно. Даня, ты тоже в членах нашей большой семьи. Да? Нет разницы, ведь фуншатское братство все равно существует. Наша дружба с годами только крепнет. Да, ребят, это очень мило. И правда, Даня, одногодки, правда, в нашем фуншатском братстве, может, все-таки помешаем, пойдем. Это что? Слава? Ты что, в этом вообще что-то понимаешь? Ну да. Вообще-то в современном мире знание иностранного языка является очень важным компонентом в твоем языке. Вообще в современном мире есть Google Translator. Вы чего вообще? Какой Google Translator? Какое знание иностранного языка? Зачем это нам надо, когда у нас есть кафедра иностранных языков? Все, заколебали, пойдемте кушать. Кушать! We'll be right back.
О, Герман, привет. Ничего себе, сегодня целый день по вагонам хожу. Половину 1/6 встретил. Слушай, Герман, а ты все никак не меняешься с летней школы. Такие же шутки шутишь, такой же красный, как помидор, когда стесняешься. Ой, блин, Фрол, ну я же сейчас снова покраснею. Что ты делаешь? А давайте я лучше вам на гитаре сыграю. Какая гитара? Стоп, ты же раньше не играл на гитаре. Давай лучше как раньше. Ты просто реп зачитаешь. Реп? Реп, это можно? Ну-ка, давайте. Сережа, вылетай. Улыбаются, на баре я сижу, туплю, глаза слепаются. Я приехал летом в школу с целью познавать науки. Посмотрел свою тетрадь, видел только бяки-буки. Нет, не сдался я тогда и сдал все свои же руки. Вот экзамены в итоге сдал, я лучше всех в округе. Теперь я не хоть гитару. Респект. На паре гитару электру. Конспект. Проспект. Сделал фотки маме. Директ. И решал. Капец устал. И решал. Один отыграл. С утра на завтра. Потом на пары. Я каждый день ловил. По две, по три за пары. Не шел на сказках. Егорский лучший. Держать из-за рука. Мы с ним не разлучны. Не знаю список. Лучшая школа России. И там моя школа топ-3. Там моя школа для умных. Это школа топ-3. Это школа для умных. А на круче других. У нас нет тут глупых. Моя школа топ-3. Моя школа для лучших. А на круче других. А полник нам дают, там лет не это нравится. Чунихи прикрепит звонок, чтоб позабавиться. На паре я сижу, глаза слепаются. Смотрю на лица, помыша, все улыбаются. В Сунце есть очень много развлечений. Для творчества здесь нет ограничений. Решает твой талант, а не связи. Тут каждый может выйти из грязи в грязи. Если ты хочешь создать свой свет, трудиться нужно every day. Чтобы добиваться результата, нужно немного попотеть. Ты знаешь о чем я? Я бум-бум-бум. Работаем сцены и ставим стойки. Первый раз закрою эту тему. Если есть возможность, будет и возможность. Главное не лениться, ведь только в этом сложность. Мы тащили путь массу на своих плечах. Писали этот текст Сережей ночью при свечах. А пока крит решает, что купить из кучи. Моя школа топ-3, моя школа вся круче. Моя школа топ-3, моя школа для умных. А на круче других, у нас нет тут глупых. Моя школа топ-3, моя школа для лучших. А на круче других, на полник нам дают, там нет, мне это нравится. Чуньки тыкает во то, чтоб позабавиться. Ага. Глаза слепаются. Не, ну это, если мы заговорили о том, что как было раньше, может я расскажу, как я в ФМШ поступал? Как всегда. Все уже 100 раз слышали эту историю. Слушайте, ребят, давайте лучше посмотрим в окно. Сейчас такой вид пропустит. Да нет, давайте я вам расскажу, как поступал в ФМШ. Ладно, давай послушаем еще раз. Приглашение в летнюю школу! Мам, у меня для тебя хорошая новость. Я поступаю в ФМШ. Ой, сыночек, ты же знаешь, как мне пофиг. И вообще этими делами занимается отец. Отец, у нас тут сын куда-то поступает. О, сынок, взрослое решение. Почку туда поставь.
меня к тебе два вопроса. Парень, ну палец же один. Палец один, вопроса два. Первый, где мой второй палец? И ты брату все рассказал? Ну нет еще. Жиргыл! Выйдите кто-нибудь из юрты, тесно же, но... Че, давайте скинемся? Ну давай. Су-е-фа. Батя, да че? Бумага. Бумага в туалете кончилась, иди поменяй. Ну, наконец-то, это семье пригодилось. Братишка, слышал новость, поступаешь. Но бочку переставить вообще неудобно поставить. Видишь, Жиргыл, твой брат Фомыша поступает. Ну и пусть. Бочки теперь ты таскать будешь. В смысле? Так я тоже Фомыша хочу, подключаться. Сына у меня два, но я могу отправить только одного. Сколько в сутках часов? Сейчас калькулятор достану, чтобы не мешал. 24, наверное. Ну вот, даю вам 24 часа. Решайте. Я поеду в ФМШ. Я поеду в ФМШ. Я поеду в ФМШ. Да ты даже не знаешь, что такое ФМШ. Да мне пофиг, в каких войсках служить. Ладно, я придумал, как решить наш спор. Давай поиграем в дискриминант. Дискриминант? А. Давай. У тебя что? Отрицательный. И у меня отрицательный. Блин, так мы ничего не решим. Ничего не решим. Эй, Чудовы. У меня важная новость. Палец в слюне. Блин, я придумал, как решить. И как? Не знаю. Мать, выходи. Нет, таракан. О, таракан, я его убью! Дима, это был последний таракан. А, да? Ну ладно. Че, дети, задумались, да? Так. Мне тут чуть-чуть пофиг стало. Ты там ФМШ собирался? А, ну да. Я тебе там коней запрягла. Мать, какие кони на дворе 2018-й? Где? В юрте! Ну ты, мать, Жоржа. Я сестренке 5 отбил, как ты там стачек? Пинается? Как я тебя, если ты поступишь? Я поеду. Я поеду. Я поеду. Я поеду. Да. Я поеду. Мне тут резко пофиг стало. Блин, мама, у нас вообще скидки попа. Вообще скидала, плак-плак-плак. Короче, дети, я придумал, как решить ваш спор. Сейчас подброшу монетку, выпадет орел, ты едешь. Выпадет решка, ты едешь. Блин, ребро выпало. И что делать? Скорую вызывай, больно же! Я знаю, как решим. Давай сыграем древнюю бурятскую забавушку. Какую? Сыграем леща. У тебя что? Огонь. А у меня отрицательный. Так мы ничего не решим. Ничего не решим. Эй, киндры, я тут на гитаре научился играть. И что играешь? Рок. Эй, бать, ты опять у коровы оторвал. Ну-ка, пойдем пришьем. О, привет, дедуль. Чё смотришь? Бочку снимай. Хорошо. Ну, наконец-то я свободен. Пойду грядки колоть и дрова копать. Езжай ты. Да давай лучше ты, Дим. Да я потом... У тебя три, да все дела. У тебя же девушка в Новосибирске. Мне что с конями-то делать? Сейчас решу. Да давай, ты поедешь. Я говорю, я сейчас тебя я побью, если ты не поедешь. Ты поедешь, говоришь. Я побью. Я сейчас. Я нашел решение вашей проблемы. У меня дискриминант положительный. Брать, это вообще не смешно. Конечно, не смешно. Ведь эта шутка была высосана из пальца. Че смотрите? Бочку ставьте. О, так у нас есть кому бочку таскать. Поезжайте-ка вы оба. Но главное, дети, поступая в ФМШ, не забывайте своих родственников, ведь родные у вас одни. Стоп. Вообще, что же мы хотели сказать этим выступлением? Всегда верьте в свои силы,
ведь невозможное возможно. Ведь по-другому не объяснишь 5-0 и 3-1. Все-таки я так люблю эту историю. Вот интересно же слушать, как людей жизнь сюда занесла. Да, так и было. Ведь мы этим реально с тобой всегда ссорились, а потом сдружились. Ой, а еще помню, как мы ходили на вечер песен под гитару и пели там наши любимые песни до самого отбоя. Точно. А знаешь что? Была там одна особенная песня. Она такая грустная, но очень брала за душу. Вот бы еще раз ее послушать. А давай послушаем. А давай, хорошо, пойдем. И абсолютно все мечты были осуществимы. Ведь мы точно знали, чего хотим от жизни. Да, мы знали, кем хотим стать. А представьте, если бы можно было вернуться туда, в это время. А? Представим? Похлопаем экран!
Вот еще вчера мы были совсем маленькие. А сейчас выпускаемся сидеть в лучшей школе страны. Такую возможность подарили нам вы, наши родители. Вы всегда благодарны, поддерживали нас вообще. Чили воспитывали вас. Мы взрослели у вас на глазах. И хоть сейчас вы видите нас такими взрослыми, вы все равно запомните нас теперь. Мы хотим поблагодарить вас за все, что вы сделали для нас. И сказать, что мы вас безумно любим, наши мамы и папы. Владивосток совершает остановку на станции Новосибирск главный. Остановка 3 минуты. Ребят, вы тоже решили остаться? Давайте останемся. Ребят, у нас 3 минуты, нам нужно что-то срочно решать, а? Нам же было здесь так хорошо. Давайте просто сойдем и просто останемся. Действительно, зачем искать, куда ехать, если мы были счастливы здесь? Но ведь наша жизнь стала совсем другой. И что с того? Ну, может, останемся, иначе мы сюда уже никогда не вернемся. Да, я согласен. Такой шанс раз в жизни бывает. Так, ребята, давайте либо мы все остаемся, либо мы все едем дальше. Что делать будем? Ребят, знаете, я тут подумал. Но ведь ФМШ — это то место, где хорошо находиться лишь определенное время. Да, мы были здесь счастливы. Нам было здесь весело, мы учились день и ночь, занимались культмассой. Но ведь время прошло. И ведь никогда уже не будет так хорошо, как было когда-то. Нам надо двигаться дальше, ведь эти двери никогда для нас не закроются. Поэтому в любой момент мы сможем вернуться. А сейчас мы должны двигаться вперед и только вперед.
тысяча меня, это тысяча для меня, тысяча меня. Они сказали нам поздно мечтать и не долететь, но ведь наша мечта здесь не свеча и не сгореть. И не сгореть, и не сгореть, когда мы нас растили, и счастье все им дарили. Продавали нам седую любовь по пыльмам, и глаза мы не сможем. Наш концерт подошел к концу. Спасибо всем. А давайте крики все вместе. Повышай это навсегда! Повышай это навсегда!